топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Долгожданное событие для поклонников Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева случилось. Пара узаконила свои отношения. «Да, мы поженились», цитирует самого Богатырева Starhit.ru. Подробности свадьбы актер не стал раскрывать. Пока известно лишь, что торжество прошло скромно. На нем присутствовали только родные и близкие друзья влюбленных. Напомним, что Марк Богатырев еще летом намекнул, что уже сделала предложение Татьяне Арнтгольц. Актеры познакомились во время съемок несколько лет назад. Как пара возлюбленные появились вместе в 2018 году на премьере фильма с участием Марка Богатырева. В период самоизоляции влюбленные проводили время вместе. Гуляли на природе, готовили ужины и смотрели фильмы. Для Татьяны Арнтгольц этот брак стал вторым по счету. Ранее актриса была на протяжении 5 лет замужем за актером Иваном Житковым. У пары родилась дочь Мария. А Богатырев женился впервые. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.